Привет, с вами Людмила Семененко, ваш тренер по стройному образу жизни. Выхожу с вами на связь, чтобы пожелать доброго утра, хорошего настроения и отличного стройного дня. А еще для того, чтобы напомнить стройную фишечку дня, которая сейчас, если вы смотрите это видео во времена самоизоляции, очень вам пригодится. Будильник, а точнее расписание, режим, как хотите называйте. В дни, когда вы особо не загружены, как в обычные ваши будничные дни, очень велик риск растерять физическую форму, растолстеть, разучиться нормально питаться. А будильник, расписание, режим – это то, что вас выручит. Ставьте будильник, ставьте напоминалки на телефоне, пользуйтесь программой Помодоро, что угодно, вариантов миллион. Главное, чтобы вы знали, что лучше всего для вашего организма еда, физическая нагрузка, каждые какие-то промежутки времени. Скажем, небольшая физическая активность каждые час-полтора. Еда каждые 3-4 часа. И таким образом, если вы будете жить по расписанию, по будильнику, который мы ненавидим в обычные дни, вы успеете, сможете, у вас получится сохранить отличную форму, даже несмотря на то, что так редко можно выходить из дома и так ненадолго. Пользуйтесь этой стройной фишечкой дня обязательно. Никогда не сидите на диете. Будьте бодры, веселы. Подписывайтесь на мой канал, под видео ставьте лайк, и у нас с вами все обязательно получится. Всего вам доброго. Пока.